Чего? Что за фокус? Всем привет, ребята, это канал Акстар, и сегодня у нас чат-рулетка, но необычная. С демоном в чат-рулетке. А также у нас сегодня будет фишечка, которую я нигде прежде не видел. Посмотрите на это. И теперь. Вот так вот. Я думаю, будет супер круто. Мистика, магия, летающие объекты, гитары, битбокс. Полный спектр эмоций сейчас вам предоставим. Перед просмотром комментарий, лайк, все по традиции. Кстати, не забывайте, я как всегда провожу розыгрыш 5 гитар. Сможешь мне на 6 добавить, и будет 6. Еще одну гитару? Да. Вообще без проблем. Серьезно? Да. В общем, ну я запомнил. В общем, разыгрываем 6 гитар. Чтобы участвовать, тебе нужна... Серьезно? Мне надо гитару разыграть, блядь. Чтобы участвовать, тебе нужно подписаться на канал, подписаться на инстаграм akstar.music, поставить лайк и, самое главное, оставить комментарий в первые 48 часов после публикации этого видео. И чтобы потом ты не писал, типа, где итоги розыгрыша, я ничего не заметил, подпишись на инстаграм, и там все будет. Там всегда все есть, я всегда публикую там итоги. В общем, вот, все, приятного просмотра. Не задерживаем, погнали. Телефон летает. Чего? Нет. Короче, смотрите, мой брательник играет пару месяцев от сил на гитаре и хочет показать свои умения. Вы зацените. Договорились? Давай. Все, погнали. Давай, ты что-нибудь сыграй такое прям нормально. Я сыграю песню новую, как-то ты горишь, что-то как... Огонь. Ну, что скажете? Это очень классно. Да. Продолжай. Ну, в общем, вот эта, которая в капюшоне, она говорит, тебе надо еще подучиться, потому что ты прям вообще не попадаешь в ноты. Прям отвратительно играешь. В смысле? Нет, нам очень понравилось. Ну, то есть, в целом... Ну, в целом, не очень. Почему? Меня вечно тут все обсирают. Я не могу. Хочу на правду-то обижаться, елки-палки. Ты куда пошел? Почему? Вот они даже сейчас говорят, смеются над тобой, что ты, блин, как да клон. Да нет, как клон, смысле, нет. Иди сюда, не обижайся, иди сюда. Давайте так, он сейчас попробует что-нибудь еще раз нормальное сыграть, и вы реально оцените. Прям, ну, по факту, окей? Договорились? Да. Все. Я это произведение играю больше, надеюсь. Давай. Потому что, блин, на нас чужие люди смотрят. Мне уже стыдно, если честно, с тобой сидеть. Давай. Ну чё? Очень классно. Реально, очень понравилось. Понравилось, да не надо, ну не ври, пожалуйста. Как бы тебе мягко сказать, ну, говно. Ну, то есть прям вообще все пиши. Почему? Я столько сижу в чат рулетке. Так я откуда знаю, надо тренить, у тебя люди вон чужие говорят. Я тебе говорю, что надо нормально тренить, тебе люди чужие говорят, что отвратительно играешь. А может наушники дашь мне? Я не знаю, ты мне никогда не даешь наушники послушать, что говорят. Окей, давайте так, вот я сейчас ему дам наушники, вы сами скажете, что это отвратительно, хорошо? Хорошо. Пожалуйста, да. Вот слушай, что тебе говорят. Вот что, вот как он сыграл? Прекрасно, это реально очень круто. Это очень классно. Это очень классно. Серьезно? Да. Нам очень понравилось. Не, серьезно. Да, серьезно. Ну,
видео совместное с Тимом от Sony не прошли даром, и я научился делать так. В общем, я монтирую сейчас это видео, и у меня есть проблема. У меня в квартире, ну, особенно в этой комнате, очень холодно, и я пытаюсь там укутываться постоянно вещами, но эта проблема решилась, потому что мне пришла очень удобная, сильная и классная, и теплая худи со Всемайки.ру. В общем, что такое Всемайки.ру? Это место, где вы можете найти любую одежду с любыми принтами, там огромное количество готовых дизайнов, вы можете заказать себе. И знаете, я думал, мне придет эта кофта и этот рисуночек, он будет, знаете, как такая наклейка, которую там содрать можно, но этот дизайн, этот рисунок, он прям в кофте, и это очень круто. Опа, а этот бомбер Marvel, это вообще лимитированная коллекция. Все майки напрямую сотрудничают с Disney. Также для любителей аниме, которые каждый раз просят у меня сыграть токийского гуля, там есть огромное количество принтов с аниме, очень крутых, ну и сами можете создать. Кстати, по поводу этого, там есть очень удобный и крутой конструктор, где вы можете создать свой дизайн, там загрузить фоточку, там написать какой-нибудь текст, там очень много разных всяких инструментов, с помощью которых вы можете создать свою уникальную шмотку. Прикиньте, вы один такой в мире будете, это же вот так. Вот этот чехол, я нашел фоточку Стича и просто туда вот вставил это, и мне сделали вот такой классный чехол. А, и забыл сказать две важные вещи. Первое, доставка по всему миру очень быстро, мне пришло весь мой заказ за 2 дня. И самое важное, по ссылочке в описании, если переходите и используете промокод AXSTAR321, вы получаете скидочку в 15%. В общем, Всемайки.ру, вы знаете где. Погнали смотреть дальше. Битбоксеры что ли? Вообще похуй. Ну как, девчонки? Классно вообще. Идеально. Типа, они говорят, отвратительно ты отыграл. Серьезно? Ну да. Спасибо большое. Нет, мы так не говорим. Короче, они сказали, что хуже игры они не видели. Почему я стараюсь и вечно никому не нравится? Я занимаюсь, Вы его, короче, обидели. Спасибо большое. Талант, чего? Да ладно, не обижайся, что сразу. Но немножко сфальшивил ты. Чего? А он-то обиделся. Он так отвратительно играет. Ну, это не наше мнение, это твое мнение. Если ты не нажмешь на красную кнопку, я буду вынужден прийти к тебе домой. И сделать это вместе с тобой. Все. Нормально. Такой тупняк. Здрасте. Привет. Молись, молись, тебе это не поможет. Пусть тебя там что-то летает. Сейчас не только телефон будет летать. А, мы даже не плачем. Глисты в твоей жопе. Привет. А сыграйте что-нибудь. Офигеть, это очень классно. Смотрите, вот есть такая еще есть. Нифига. У меня складывается ощущение, что от меня воняет. Почему ты закрываешь свой нос? Так, что-то не попался, блин, пошло. Секундочку. Начинаю, да, играть? Да.
Ладно, я сейчас отойду на секундочку. Ты откуда? Ты откуда? Что за фокус? У нас в регионе есть магия. Я ее очень активно пользуюсь. Пирожок. И слушай, это мой брат, короче, он играет на гитаре. Зацени, как он играет. Я в ушах хорошо сижу, я ему передам что-то. Хорошо, что-то ладно. Ну, я надеюсь, он постарается. Короче, играй. Вот так вот. Как тебе, понравилось? Да, классно. Ну как? Хочешь говорить, что говно твоя песня? Да не, нормально. Я стараюсь. Никого не слушай. Не, она говорит, что реально говнище прям конкретное. Он на тебя обиделся. А он что, меня не слышит? Нет, так я же говорю, я так в наушниках. Я сказал, что песня говно. Ну реально говно песня. Зачем ты его обижаешь? Ну тоже песня говно, что я могу сказать. Позови его. Паша, иди сюда, тебя зовут. Да никому не нравится, как я играю. Но она честно сказала за то, что реально песня говно. Она просто хочет сказать еще раз это. Могу я другую песню попробовать сыграть? Может, другая понравится? Давай. Вот это более, ну-ка, зарубежная. Ну что? Посмотри сюда. Она типа показывает, что это класс, чтобы тебя не бить. Она говорит, ну типа песня реально говнище. Ну такая типа второсортная. Ага. Короче, тебе еще лет 5 тренироваться. Это правда? Нет. Это... Да, говорит. Никому не нравится, как я играю. Ну лет 20 тебе надо потренироваться еще. Спасибо большое. Можешь что-нибудь, пожалуйста? Что-нибудь можешь вообще? Могу попросить своего товарища сыграть на гитаре. Давайте. Погнали. Попросишь? Попрошу. Давай, играй, Паша. Звук поставим на всю. Давайте другую. Вот эту можно? Давай. Сейчас еще одну сделаем, угадайте. Все, вы выиграли. Ты нашла я Питер, люди, помогите. Дышать, ты мне роняю Питер. Ты нашла я Питер, помогите. Дышать. Извиняюсь, а как вообще им понравилось? Вам понравился еще, как он отыграл? Да! У меня наушника нет. Но они сказали, бывало, говорит, и лучше, но типа пойдет, нормально. Ну, типа... Ну, очень плохая музыка. Можно и получше сыграть. Почему я вот реально сижу в чат рулетки, никому не нравится, как я играю? Слушай, ну мне кажется, надо, наверное, лучше играть, лучше работать. Слышь, ты не ври! Ну, вот видишь, они кричат, типа, ну, реально отвратно. Да нет! Спасибо большое, я думаю, вам понравилось. Ладно, что ты обижаешься, елки-палки. Да зачем ты маневрил? Короче, сейчас вот прям по факту, вот он играет, и вы говорите, норм или нет, хорошо? Ок.
Ну как? Ну чё? Вот сейчас только честно. Кайф! Кайф! Но они сказали, что до этого ты сыграл более-менее нормально, сейчас ты прям заложил. Хватит врать! Он... Короче, тебе просто надо собраться и нормально отыграть, чтобы все тебя... Ну хватит врать! Что за бред? Ты что, как истеричка? Блин, ну капец. Нам его жалко. А что он на правду обижается, елки-палки? Да нет! Я гитару в руки не возьму. Вот так и уходят таланты. Привет, сыграйте нам? Здорово, отец. Обосраться можно. Короче, у меня брательник недавно играет на гитаре. Он сейчас что-нибудь для вас сыграет, а вы зацените, хорошо? Угу. Окей, все, погнали. Мне очень нужна вот ваша оценка. Ну, я вот специально для этого в чат-рулетку зашел. Давай. Ну что скажете, девчонки? Вообще класс. Они говорят, ну тебе еще надо подучиться, и звучит очень странно. Ну то есть прям такое себе. Я серьезно, вот ты меня постоянно, я не буду с тобой в чат-рулетке больше. Да ладно, ё-моё, а что ты на правду-то обижаешься? Это неправда. Да короче, за вред, ты как маленький, тебе говорят, просто отвратительно играешь, а ты сразу уходишь. В чем прикол-то? Что ты врёшь? Давай так, иди сюда. Давайте так, вот сейчас он реально что-нибудь нормальное сыграет, и вы зацените, окей? Давай. Все-таки я 2 месяца играю, поэтому не судите строго. Давай. Ну чё? Очень круто, правда. И не надо врать. Тебе правду сказать? Да правду скажи, вот именно. Вот есть нормальная, ну они говорят, есть, говорит, нормальная игра, да, вот мы наблюдали нормальную игру на гитаре, а вот это... Как я в Ютубе смотрел. Да, вот, говорит, это нормально, а вот то, что ты сейчас делаешь, это ненормально. Ну то есть это прям... Нормально. Это прям ниже уровня. Что-то я больше не буду заниматься гитарой. Не задевайся. Ой, странный какой. А что ты так на правду обижаешься? Давайте я сейчас дам ему наушники, вы сами ему скажете, окей? Да. Все, окей, на. Девчат, пока. Алло. Надеюсь, тебе понравилось это видео, но а если это так, то подпишись обязательно на канал, чтобы видеть больше подобного контента. Не забывайте про меня, я тоже есть в описании, контентик, залетайте, лайки, да, подписывайтесь на канал Тима Мацони. Ну вы меня знаете, ё-моё, битую, да. Пугаю. Спасибо за просмотр. Паша Акстар, Тима Мацони, до новых встреч, лайки, комментарии не забываем. Пока.